Друзья, всем ассаламу алейкум, всем привет, как у вас дела? Надеюсь, у всех все хорошо, мир вашему дому. Сегодня, друзья, опять же будет влог такой, ну, обычный влог про Турцию, про осень. Осень в Турции, друзья. Сегодня я отдыхаю, друзья. В общем, иду в Макдональдс, я еще не завтракал. Покажу здесь местный Макдональдс. Тут, смотрите, приехал в Кони-Алты. Это побережье Кони-Алты. Здесь получается первая береговая, да, как называют. Вот я в этом месте. Смотрите, какая красота. Время у нас 2 часа. Уже 14:00, можно сказать. Людей мало, друзья, но очень жарко. 32-33 градуса. Припарковал машину возле наших друзей. И иду в Макдональдс. Вот здесь есть Макдональдс. Давайте я вам пойду и покажу, много ли людей купаются или мало. Сегодня такой легкий ветерок. Ну, друзья, людей маленько мало, как бы уже осень, но вода теплая. Самое популярное место — это вот Кони-Алты, побережье Кони-Алты. Она составляет более от 4 до 5 километров. Приблизительно точно не знаю, но очень длинное побережье. Здесь все есть: кафе, деревья, свет, музыка, пляж, лежаки, все есть. Туристов очень много. Есть детские площадки вот такие маленькие. Сегодня я один, в общем, один хожу. Как говорится, как правильно сказать, сегодня я так, один хожу, буду с вами говорить, друзья, по душам, можно сказать. Давайте я вам расскажу о себе, давайте изначально расскажу о себе, как я приехал в Турцию, как я начал здесь жить, как я теперь хочу тут остаться. Теперь, изначально, друзья, приехал я в Бурсу, полтора месяца был в Бурсе, потом приехал в Анталию, и в Анталии мне очень понравилось, так что я решил остаться в Анталии, мне здесь погода понравилась, мне здесь обстановка понравилась, море рядом, тем более я сам турок по национальности, знаю русский язык, и мне здесь комфортно, очень комфортно. Устроился на работу, друзья. Работаю в риэлторской компании. Все устраивает. Как раз таки я нашел себя, в общем, можно сказать. Нашел то, что я... Нашел такую работу, то, что мне очень нравится. Ну, как будто бы мне вот дальнобойная жизнь не особо нравилась, честно говоря. И я решил вот остаться в Турции. Так что пишите, друзья, кому надо приехать в Турцию, кого надо встретить. Всех встречу, всем помогу. У меня есть машина, купил машину, друзья. Так что с аэропорта встречаю. И любые вопросы могу вам решить. 100% можете доверять, друзья. Кто меня знает, тот мой характер знает. И вы тоже на видео можете посмотреть. И посмотрите, какой я человек. Я не буду хвастаться, правда, но те люди, которые имели со мной дело, они уже знают, какой я человек, так что кому нужна помощь, пишите, друзья. Сегодня очень тепло, так что мне уже жарко. Во многих странах СНГ уже холодно. Ну, не так холодно, прохладно. Вот, друзья, мы постоянно, часто сидим вот здесь, феномен донери. Здесь хороший донер готовят.
Вот Макдональдс. Здесь же Терра Пицца, друзья. Я в Макдональдсе не кушаю. Бургер Кинге тоже не кушаю. Здесь и Бургер Кинг есть, и Макдональдс есть. Я кушаю Терра Пиццу. Это местная турецкая пицца. Друзья, вот, вот это первая береговая линия. Специально сделали вот такой асфальт, чтобы люди ехали медленно. Но некоторые стараются тут пролетать. Вот, друзья, вот Бургер Кинг, вот здесь Макдональдс, и там с краю Терра Пицца. Я сегодня, друзья, можно сказать, спал до обеда, до 10 часов. И сегодня отдых, в общем. Здесь еще есть кумпир такой. Это тоже местное блюдо. Запеченная картошка с сыром. Вот это мое постоянное место. Здесь я кушаю. Здесь Бургер Кинг и дальше там уже Макдональдс. Так, друзья, вот пришла наша пицца. Вот такая пицца. Ну, вот моя ладонь. Чтобы вы плюс-минус смогли понять, какая. Надеюсь, что это все я съем. 62 лиры стоило, друзья. Это получается пицца и две воды. Ну, 2 по 500 миллилитров воды. Все. Приятного нам аппетита. Начинаем.